Юбилеи бывают разные. Большие и маленькие, радостные и грустные. Но это всегда итог. Итог прожитого отрезка жизни. Загривская средняя общеобразовательная школа отметила свое 70-летие. Уважаемые ветераны педагоги, уважаемые педагоги, которые сейчас работают, все здесь присутствующие, мне очень хочется поблагодарить вас за верность вашей профессии, за то, что, избрав когда-то эту профессию, вы посвятили ей всю свою жизнь. В этот день школу посетили выпускники разных годов выпуска, ветераны, отдавшие большую часть своей профессиональной карьеры стенам школы. Поздравили с юбилеем почетные гости, глава района Марина Чистова и глава администрации Загривского сельского поселения Наталья Никифорчин. Ветеранам педагогического труда хочу сказать слова благодарности. Всему коллективу пожелать творческих успехов и побольше учеников, и чтобы ученики вас всегда радовали. И радовали не только успехами в школе, но и когда за ними заполнится дверь школы. Когда они приезжают к вам и рассказывают о своих успехах. Спасибо вам, потому что все, что есть, это все, что вы нам дали. Очень много дала нам действительно тогда школа. Это незабываемые дни, незабываемые годы. И сегодня, когда здесь присутствуешь, у меня дрожь не потому, что холодно солнце, потому что в душе мурашки от того, что есть такая возможность встретиться, увидеть. Есть возможность сказать, что мы огромная и дружная семья. Много теплых слов услышали учителя школы в свой адрес, заслуги которых были отмечены подарками, почетными грамотами и благодарственными письмами. Валентина Александровна, вы четверть века руководили этим коллективом. Очень о многих начинаниях можно говорить, во главе которых стояла Валентина Александровна. Но я хочу обратить ваше внимание на одно из самых главных достоинств вашего руководителя. Вот когда входили педагоги сюда, вы обратили внимание, сколько бывших выпускников. Вы, может быть, не знаете, но вы единственная школа, сельская школа, в которой нет проблем с кадрами. И в этом огромная заслуга Валентины Александровны. Спасибо, Валентина Александровна. Слова благодарности за сотрудничество и уголок российской природы коллективу школы подарили представители Сланцевского лесничества. Яркими номерами художественной самодеятельности поздравляли с юбилеем любимую школу учащиеся и творческие коллективы Сланцевского района. Желаем коллективу Загривской средней общеобразовательной школы с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Пусть замыслы осуществляются, надежды не угаснут и мечты сбудутся.